Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас сегодня вот такой вот пакет разной мелочи. Здесь около 300 должно быть штук, может меньше, может 250, где-то так, я их не пересчитывал. Когда-то были куплены мною, вот дошло до них время перебрать, посмотреть. Тоже здесь есть интересного. Я буду их выставлять себя вот в группе. Думаю, что видео у меня займет несколько серий или частей. Сделаем вот такой вот краткий обзорчик, что же здесь есть. Может, что же здесь интересного и ценного попало на. Вот. Вот. И у нас здесь монетки, Италия, Англия, Нидерланды, Франция, то еще здесь и вижу Австрия, разные монетки, вот Испания, вот. Так что смотрите мои серии про разбор 300 иностранных монеточек, вот какая-то такая вот есть, это затертая, можно сказать, битая, вот это вот такая вот. Красивая монета. Вот. Ну что, не переключаемся, ждем остальные серии. Вот, кому интересно, ставим лайки, жмякаем колокольчик, чтобы увидеть все мои серии. Тоже здесь будет интересно в этой куче всего. Всем спасибо, всем пока. Так, по бэрику разложил я все монетки. Вот, видно, есть монетки Франции много. Нидерланды, Дания, вот, Австралия, Турция, Китай, Италия, Нидерланды, Испания, вот, Румыния, Англия, форинтов много, ой, немного, всего лишь две, вот, Бельгия, что же у нас тут еще, тут у нас что там идет? У нас, ну, Австралия тоже, вон гроши на Австрия, вот это у нас все-таки Португалия монетки, вот, ну, про все монетки я сниму отдельное видео, что же здесь попалось ценного, покажу, вот, так что будет такая вот, решил сделать серию по монеткам, может станет познавательной для вас, если и будет ли что-то здесь ценного. Вот так вот. Всем спасибо. Идем дальше. Серии. Продолжаем наш видосик. И у нас первый такой вот обзорчик монеток. У нас монетки Великобритании. Сейчас посмотрим, что же мне здесь попалось из 300 монеток иностранщины. Первые мне попались вот таких вот 1/2 пенни. 1/2 новая пенни. Так, правильнее сказать, 1981 года. Это мой фокус не хочет фокусироваться. Изображение Елизавета. Каталожная цена данной монетки 6 гривен. Вот так вот. Будут ли монетки выставлены в группе Facebook? Ссылочка в описании. Также 1/2 пенни. Тоже 1981 год, но состояние хуже. Вот. Кого заинтересует, можете обращаться. Просто заходить в группу и там покупать у меня. Так, следующая наша попалась находка. Это Великая Британия. 1 фартинг 1954 года. Монетка, конечно, немного покоцанная. Кстати, материал у нас бронза. Что и то. Такое вот изображение птички. Красивая монетка. Здесь изображение Елизаветы. Вот такая вот стоимость данной монетки в хорошем состоянии. Составляет 18 гривен и больше. Так, следующая наша монетка. Это у нас 3 пенса 1952 года. Такая вот монеточка. Вот.
Форма у нас 12 угольник. Вот материал у нас никель латунь. Каталожная цена данной монетки у нас составляет 15 гривен. Такая вот монетка. Следующая наша монетка, это у нас вот такая немножко затертая, одна пенни, 1918 год, видно хорошо год. Вот. Здесь у нас изображен правитель Георгий V. Каталожная монета, каталожная цена данной монетки 16 гривен и больше. В зависимости от состояния. Может быть, эта монетка будет подешевле. Следующая наша монетка, это один пенни 21 года. Тоже правитель Георгий V. Монетка в лучшем состоянии, все читается, все видно. Почти все, в принципе, извиняюсь. Такая вот монетка, каталожная цена 13 гривен. Следующая наша монетка, это у нас одна пенни 1900. А что у нас это? А, вижу, это, кстати, дублируется, я извиняюсь, тоже есть одна. То есть две монетки 1921 года. Вот они у меня и дублируются, у меня и две штучки. А вот эта монетка 36 года. На пене в чем более лучшем, ну, читаемом состоянии. Материал у нас бронза, Георгий V. Так, следующая монетка при разборе попалась у нас, это один пень уже более современный, 66 год, уже монетка в более читаемом виде, видно маяк, видно. Вот. У нас уже правитель Елизавета II. Каталожная цена монетки небольшая, 7 гривен. Следующая наша монетка. Это у нас один пенни 67 года. Тоже в неплохом состоянии, все читаемо. Здесь, конечно, здесь такой небольшой удар. Вот, правитель Елизавета II. Каталожная цена уже этой монетки 14 гривен. Материал бронза. Следующая наша монетка. Более такая для меня симпатичная. Вот. 1919 год. Год царского правления. Так, у нас 1/2 пенни. Half penny. Правитель Георгий V. Монетка тоже такая в неплохом состоянии. Здесь, конечно, какая-то такая брах, походу. Сдутие вон там видно. Вот. Такая вот монетка. Материал бронза. Так, ну и предпоследняя монетка. Это у нас 1/2 пенни 1960 года. Изображение корабля. Монетка трошки, конечно, такая в грязном состоянии, но это все чистится, все убирается. Вот. Каталожная цена данной монетки 14 гривен. Елизавета II. Материал бронза. Такие вот монеточки у нас сегодня. Ну и последняя монетка. Ну, можно сказать, в убитом состоянии. Это у нас, ну, изучив я, честно говоря, по очертанию, по тому, что здесь у нас изображен, кстати, насчет поворота. Видите, она такая. Может, так должно быть, не знаю. Вот, здесь у нас правитель Георгий III, так как видно здесь три вот таких вот. Георгий III, Британия, 1/2 пенни. Здесь вот снизу должен быть год. Года не видно. Вот. Гурт у нас здесь с желобом в серединке. Так и есть. Вот. Здесь должна быть надпись «Британия».
Женщина должна держать, по-моему, ветку. И здесь у нас трезоб. Щит должен был быть. Данная монетка, если была в отличном состоянии, имела бы каталожную цену до 100 гривен. Так как она у нас убитая, я думаю, что ничего не стоит. Вот. Такой размер внушительный. Материал у нас медь. Монетка периода 1807-1806. Итак, на этом будем заканчивать наш первый обзорчик монет. Что же мне попалось при разборе 300 монет разных стран. Всем спасибо за внимание. Ссылочка на группу в Фейсбуке в описании. Хотите купить монетку, ставите плюс. Монетка ваша. Всем пока, до новых встреч.